Здорово, бандиты! Это первый в 22-м году бандитский влог. Мы с девчонками летим ко мне в Ростов-он-Дон, к моим родителям. Мы только что не опоздали чуть на регистрацию. Теперь мы опаздываем на посадку, а Юля покупает бутерброд. Капец! Нормально? Вам нормально? Ну ладно, прощаю. Даже сапоги мешают нам дойти до самолета, потому что они постоянно развязываются. Юля забрала чей-то телефон. Моя последняя нервная клетка умерла. Можно быть поответственнее? Вы бы только знали, сколько нам всего пришлось пройти, но мы наконец-таки в самолете. Аллилуйя. 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 Эй, йоу, мы прилетели в мой родной город Ростов-на-Дону. Девчонки, вы где? Вас не слышно, не видно. Едем сейчас на самой комфортной тачке. Черная Kia Rio отвезет нас в отель. Где лучшие тусовки? В Ростове. Где лучшие клубы? В Ростове. Эй, йоу, мы наконец-то заселяемся в отель. Аллилуйя. Выжили. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Так, ну что ж, мы наконец-таки приехали и заселились в наш хотел. Я сейчас вам покажу нашу ванную и кровать. Здесь с девчонками мы сегодня будем спать. It's me. У нас на самом деле очень красивый вид, но сейчас особо не видно. А еще у нас двухэтажный номер. Еще одно зеркало. Ванна! Ванная раз, душ два. Мы можем купаться все вместе. А также очень красивый вид. А, ладно, не очень. Кстати, никогда не понимала фетиша на вот такие панорамные окна в ванной. Это же странно. Мы сидим там голые. Достаточно неловко. Ну, побежите еще чуть-чуть! Я заказала лимузин! Вот такая машинка нас сегодня будет катать! Ну вот, они мои, мои Аськины! Как вам лимузин? Это разрыв! Девочки, ну это прям для вас. Ну, вообще-то для всех. Наконец-то я увидела своих родителей. Моя самая красивая мама на свете. Самый лучший папа на свете. Привет, привет. Ну, еще вот эти спасибо. Две нарисовались. Вот она. Ну, вы на время. Ничего необычного, просто Юля фоткается с памятниками. Да, очень красиво, очень невероятно, супер. А теперь мы едем ко мне в село. Новобатайск.